Очередные матчи Asus осень 2010, квалификация Украине, вторая квалификация, ее финал, 8 команд и еще один матч группового этапа. Еще один матч группового этапа, это DTS против AIM Team. Я вот, кстати, сейчас зайду параллельно на своем ноутбуке и посмотрю на сетки чемпионата и расскажу вам о предварительных результатах. Ну, в этом матче у нас все довольно интересно начиналось. AIM Team взяли пистолетку, взяли второй раунд, но вот уже в третьем, на первых девайсах DTS берут этот раунд. И вот сейчас очень проблемная ситуация для команды AIM Team. DTS второй подряд взяли, но у AIM Team есть еще девайсы. Ситуация 2 в 3. Мы видим Кучера и Попса. Они сейчас вдвоем остались против троих. Вот минус Попс и остался Кучер 1 в 3. Но тут, наверное, могут выиграть его сейчас. Не забывайте про наш РЦ-канал Сайберарена ТВ на Квейкнете. Могу кого-нибудь забанить, если что. Привет, Мирка. Так, все, вот теперь давайте смотреть за игрой. Очень интересная ситуация сейчас для команды AIM Team. Им, наверное, все-таки нужно выигрывать эту игру, потому что DTS самый главный соперник в группе. Ну и по поводу того вообще, есть ли какие-то шансы, я вам сейчас расскажу о AIM Team. Ну, в принципе, мы смотрели за этой командой немного, как она проходила квалификацию. Одну из преквалификаций к этому чемпионату, как парни брали квоту. Ух ты, Филграунд минусует двоих. Так, очень жесткий размен. Филграунд минус Хаус минус Попс. Ну и ответ потом от Кучера и Джонты. Посмотри, ДТС спать, рыбачка, это Кучер минус Просяник. И Капу отвечает. Ну, давайте смотреть, 2-2. Плант в ангаре, вот здесь вот под Капу уже есть Кучер, он упал, его Кучер слышит, знает, что он здесь. Ну вот так вот решил занять сейчас Капу, ну посмотрим. Ой-ой-ой, и в девятке Калашников, Е Калашников, Джонта на Б. Вот Кучер под десяткой, тут его двое контролят, считайте, что, ну посмотрим, как будет действовать Кучер. Ждет он Джонту. Однозначно. Ну и вот сейчас попытаются парни справиться с вот этим человеком Калашниковым. Ну вот, вот все, его законтролили, его, наверное, не отпустят сейчас сверху. А второй вот прикрыл Капу. Не знаю, знал ли... Ой, как жестко тут Капа. Ну не знали, наверное, ТС, что здесь двое. Очень неплохо сели AIM Team. И 4-2 в пользу этой команды. Ну, по результатам. На самом деле, уже все решено и для AIM Team, и для ТС Chatrix. Обе команды выиграли по 2 матча. У AIM Team разница плюс 10 раундов, у DTS плюс 4, то есть в случае ничьи AIM Team выходит с первого места. Ну, в случае победы команды DTS Chatrix, соответственно, DTS выйдут с первого места и выйдут в полуфинал. Там дальше сингл BO3, тоже очень интересный замес. Ну и там параллельно, я думаю, еще нарисуются жесткие соперники. Вот вчера и DTS и Кирчинат проиграли кубок Сайберфайта. Ну, там очень большой был пинг для украинских команд, и воевать им было крайне сложно. Так, у нас небольшой размен, с двух диглов есть минуса. Что-то, по-моему, будет отдавать сейчас эко-раунд команда AIM Team. Ой, как жестко зажал Просяник. Я даже не знаю, как прочитать, уже ставится бомба. Обычный фейк, что за парни? Ну вот, пишет Кондрашов. Что за парни? У Джонта 7 хп, Капу единственный, кто остался. И 1 в 3, ну, в принципе, он даже не пойдет выбивать плент. Это не фейк был, пишет. Отвечает ему Крафтик. Ну и вся команда тупо ржет с Кондрашова. Так, мы просто потерялись, пишет Крафтик. Ну, такое бывает сейчас в игре DTS, они частенько теряются, частенько исполняют, но, опять же, команда сыгрывается потихоньку и идет к тому, чтобы стать одной из лучших команд в Украине, в СНГ, ну и, конечно же, в мире. Но как получится это у парней, мы узнаем уже совсем, не знаю, в ближайшие месяцы, там, 2-3-4 месяца, все станет на свои места. Так, параллельно вот в группе Б... Пока еще, вот, по-моему, не сыграли окончательный матч второго тура, либо просто пока нет результатов. Там команды АК, Собрание, Шара и Дарксайд. И пока что там только первый тур, АК и Собрание по победе. Не знаю, чем там все закончилось дальше. Эко-раунд у AIM Team. Давайте смотреть за действиями команды DTS. Капу минус.
Очень быстро пытаются выйти Апленд. Вот вышел Крафтик, вышел Попс. Есть минуса. Кучер на улице получил по голове с ангара. И вот здесь Крафтик дал минус 2 после прыжка ХЛТВ. И Кондрашов, нет, Калашников. Остается один против троих. Но сейчас его, в принципе, наверное, и прибьют. Он попытается забрать, возможно, девайс Крафтика. Возможно, кого-то хочет отстрелить. Не пошли первые две пули. Не летит. Ну и вот теперь его уже начинают загонять. Хаос уже вот сейчас со стекол убивает Калашникова. Вот он, Хаос. Да. Есть минус. Вчера... Кстати, очень интересно, там у Хаоса проблемы с мышкой были. Я вчера дружил с командой ДТС вечером, и Попс выменял мой Microsoft, кстати, на котором был выигран арбалет Press on Fire, и он на самом деле абсолютно новый, я на нем играл только один чемпионат, плюс наклеечки, вот отдал Хаосу мышку на мазь, но Хаос уже ее забраковал, говорит, там у него там какое-то специальное расположение руки, вот в том месте что-то клик ему не нравится. Ну, не знаю, посмотрим, как Хаос будет справляться на новой мышке. Может быть, он еще не привык, но пока что борьба очень серьезная идет. Вот очень много таких агрессивных действий ДТС, они постоянно играют очень быстро и постоянный быстрый темп в матче. Но самое интересное, что в принципе потихонечку АМ-тим с этими раундами справляются и что-то берут. 5-4 в пользу АМ-тим, ДТС пока что проигрывают, но это до того момента, как ДТС, наверное, вот включат свою вторую передачу и начнут уже плотно сдавать. Ну, в принципе, АМ-тим там тоже хватает стрелков, плюс пинг... Просяник, кстати, у АМ-тим, видимо, тоже один киевлянин, и четверо, по-моему, вот парней из Донецка, вот, откуда-то, да, пинг 18-17, ну и у остальных пинг 1, 2, 3, ну, в принципе, лановский, ну, ДТС сидят так же, как бы, в этой же локации, у них пинг будет почти как на лане, минус от Джонта с Дигла с пристройки, там же был кучер, и выходили под прострел девятки, вот, ДТС с пристройки, в будке, филграунд. Вот тут в углу сейчас Крафтик находится в пристройке, он делает минус, Попс делает минус, и остается у нас Просяник. Я не знаю, как правильно прочитать, сори. Мужик и... Ой-ой-ой-ой-ой, Джонта еще с Дигла ставит минус, ну, вот какие-то сумбурные быстрые раунды, 5-5, и АМ-тим просто не может собраться. Наш РЦ-канал собирает на ТВ на Квикнете, сейчас почитаю, что там происходит, там, наверное, вообще пока ничего не происходит, все спят. Единственный вопрос, который... задают у Мирки вообще, когда же будут игры Нави. Ну, игры Нави, друзья, будут совсем скоро. Уже со следующей недели у нас там, по-моему, два матча должно быть у Нави, там, потому что одна игра была перенесена. Я говорю про матчи Лиги Чемпионов Extreme Masters. Посмотрите, снова Фаст, и Попс уже на планте видел чела в будке. Да, и зашел на точку. Там по Джимбе 4 человека. Минус от Хаоса уже минус 2. Вот два минуса дали, посмотрите, три минуса дали, вот это эко, какие жесткие. И вот один игрок остался, это снова Просяник. Я не знаю, вот, наверное, так, так, какой-то лишний спектатор зашел. Еремка Порностар, Еремка Порностар, выйди ему, пишет АМ-тим. И он вышел. И он вышел, вы представляете, либо кикнули, нет, вышел. Молодец. 6-5 в пользу ДТС, уже счет поменялся в этой игре, сейчас должен быть бай, у Джонта есть респ, и посмотрим, как капитан ДТС будет врываться. Вот это, конечно, будет жестко. Про Санек правильно читается, спасибо, спас, наконец-то я вот ворвался и начинаю читать Мирку. Так, Мидл пишет, кучер тащит, посмотрим. Вот так вот. Про Си... Санек или Сяник. Или Сяник, или Саник. Ну, не знаю. В общем, неважно. Будет про. Будет про. Так. Ну вот отстрел ДТС прошел успешно, пока мы разбирались с ником. Хаос и Попс остаются. У Попса 33 хп. Хаос чекает Б. Я за Хаосом послежу. Все-таки он на моей мышке катает. Бывший. И он должен показать сейчас всю силу вообще. А ну, Попс умер. Ладно. Хаос, верим в команду, верим Хаоса 1 в 5, минус 1, идет дальше, его жмут со всех, тут вообще шансов не было, тут просто уже и спину поджимали, и двое-трое на Б, считайте, что было, ну все, 6-6, ничья у нас пока в этой игре, заруба полным ходом, так что все нормально, так, ну, мне кажется, что... Вот дальше будут еще интереснее игры, хотя, ну, не знаю, смогут ли вот какие-то команды побороться с ДТС, и вот, возможно, стоит ли там посмотреть матч полуфинала АМ-тим, хотя, ну, за ДТС, конечно, всегда приятно смотреть, и мне кажется, что и АМ-тим, ну, вероятнее всего, выйдут в финал и добьют себе все-таки эту квоту онлайн, все-таки они уже
очень долго здесь пробиваются, и все у них нормально получится. Bomb has been planted. Тут многие говорят, что там пройдут на украинский финал всякие онлайнеры, и потом на лане ничего не сделают. Посмотрите, как, какое уничтожение сейчас происходит. Хаос, три вдвоем с Крафтиком остаются. Я чуть позже продолжу свою мысль, потому что нужно посмотреть за этим замесом. Ну и вот, смотрите, минус Крафтик, Хаос 1 в 3, дает минус против двоих. Видит игрока, видит плент. Бомбер стоит, и кому-то нужно диффузить. Капу в спину убивает Хаоса, и в принципе это седьмой раунд для АИМ-тим. Так вот, я думаю, что АИМ-тим смогут пройти в финал. И вообще, по поводу мысли того, что много онлайнеров пройдет на чемпионат, на лан-финал, я не думаю. Я наоборот думаю, что как раз те парни, которые сейчас играют очень много в онлайне, которые тренируются, которые играют много чемпионатов, то они-то на самом деле и находятся в хорошей форме, и в принципе, я думаю, на лане у них будет все хорошо. Да, есть, конечно, такие онлайнеры, которые вообще не появляются нигде на ланах, но я думаю, такие не будут приезжать. Пока что проходят все команды, которые, ну, наверное, заслужили вот свое место в финале, и все. Ну что, смотрим за филграундом, он на Б, здесь Аркада получает хаешку, минус Крафтик. У Крафтика что-то совсем сегодня не идет игра, ДТС с диглами играют раунд, это предпоследний, ну и следующий будет у них бай, пока что 4 в 3, Попс уже на точке, вышел вместе с Кучером, подобрали, у Кучера есть калаш, Попс ставит хедшот. Попс пытает отстрелять девятку, минус хаешки, Капу, видит Кучера, пошел перестреливаться, минус от Кондрашова с ВП, снял он Кучера, будка, Хаос, против двоих остается, Капу филграунд, филграунд уходит на Б, там контролить Хаоса, но Капу остается сверху, открывается дверь и, ой-ой-ой, как неудобно только что было, мог провтыкать, нет, Хаос просто дергает игроков, пока открыл дверь и халдит, филграунд на Б, ну, 1+1, понятно, сейчас держит. Игроки АИМ-тим, хотя вот, ну, смотря от ситуации, все зависит, потому что в Counter-Strike иногда вот грамотнее оставаться вдвоем и не разделяться, чтобы по одному не отстрелили. Вот сейчас, видите, Хаос прочекал лоха, ждет игрока из девятки, вот сейчас слышит, что он прошивает с Б и спокойненько перестреливается с Капу и остается один на один, он понимает, что у него, ну, есть немножечко времени, хотя вот по таймингу, ну, вот все, он ждет. Ждет соперника, ой, как не попал, Хаос и... Филграунд берет раунд, восьмой для АИМ-тим. 8-6 в пользу АИМ-тим, ДТС проигрывает. Ну вот что-то Хаос пока что не привык к новой мышке. Очень жаль. Так, почитаю, что мне пишут. Для ДТС карта неудобна. Да, у них проблемы вообще с нюком. А, вот фрешек. У меня уже спросили. Нави сегодня гейм будут? Вот мне очень нравится. Вот если в Украине, да, вот называют суржик там смесь украинского и русского, то сейчас в интернете происходит какой-то... Я даже не знаю, как надо название придумать для вот этого языка, на котором говорит половина школоты, там вот смесь английского, русского и того, на котором ты говоришь, то есть, ну, вообще просто жесть. Тафа, читай мирку, Тафа, тащи, ну, ангрос кто-то пишет, вот название для этого языка, не, это какая-то, да, школа ло. Язык для интернета, я не знаю все-таки, как его назвать. Бомба установлена, ДС пробивают рампы. Ну и берут свой седьмой раунд, потому что вряд ли тут сейчас Кондрашов и Про разберутся. Хотя посмотрим. Итак, Про делает минус, снимает Хаоса. Тут дело все в Кондрашове. Попса 1 хп, сейчас Попса снимут. Ну, какой фейл, Про! Ой-ой-ой-ой-ой, вышел с пустыми, с голыми руками. Ну что, он с кулаков хотел раздать. Ну вот сам проржался в тот момент, ха-ха-ха. Ничего смешного не было, раунд отдался, так бы снял Попса и остались бы 2 на 2. Ну вот, 8-7 в пользу АИМ-тим, первая сторона, сейчас смена сторон, и ДТС будут защищаться, посмотрим. Если АИМ-тим выигрывает второй пистолетный раунд в этом матче, то они еще поборются, и тут еще будет какой-то жесткий накал, и мы еще посмотрим, что будет много борьбы. Это Эксплуржик, вот новое название для этого языка. Интершкололо. Ну да, именно интершкололо происходит. Так, что мне пишет? Так, по-английски пишет, что у всех разная мирка. Не, я имею в виду не потому, что транслитом пишет, а потому, что пишут вот такие, типа, когда сегодня Na'Vi будут играть, да, вот нормальный вопрос. Но нет же, все равно задают, когда Na'Vi гейм будут, понимаете? Это просто вообще жесть. И причем это не единичный случай, это массовое вообще поражение мозга, которое нужно срочно лечить. Так, продолжаем смотреть. Про минус Попс, как Попса. Ну там Попс постоянно за этим каналом сидит в пистолетке.
может быть, даже и знали. А М-Тим замес небольшой, смотрим, вроде бы в пользу ДТС. Вот если Джонта выживет, видите, он уворачивается от пуль. Ну, Джонта вот выслал голец, вот такой он уже умеет это делать. И вообще ходят слухи, что есть ли Джонта... Ну, это ладно, про это буду молчать, короче. На самом деле, если Джонта настраивается на чемпионат, он может уворачиваться от пуль. Не знаю, правда это или нет, но посмотрим. Джонта Матрикс. Джонта именно Джот. Ну, в принципе, да. Нео Джонта. Так, сори за офтоп. Когда будет Дота с Вилатом? Дота была вчера. Вилат сейчас уехал на некоторое время, друзья. Он скоро вернется и скоро будет Дота с Вилатом. Пока минус от Джонты на улице. Минус еще от Джонты на улице. Вот он, Нео Джонта. Ему хелпует кучер с пристройки. Кучер прочекал плент. Слышит где-то глок. Кондрашов уже в канал успел проскочить с плентом. Ему дали туда хае, и кучер спустился. Ой, это был не кучер, это был крафтик. И он еще дал минус. Вот это жесть. 2-0 в пользу ДТС во второй половине. Они уже 9-8 выиграют в этом матче. Ну и как бы... Ждем вот первого оружейного раунда от АИМ-Тим, который, в принципе, будет прямо сейчас. Тафа покашляет микрофон, я проверю свою звуковуху, да. Лол. Я могу сделать так. Вот, проверяю свою звуковуху. А, но у нас АИМ-Тим очень пассивно занимают аплент. И причем тому ждут, нет, аплент занимают, ноль занимают. И ждут врыва ДТС, видите, крышу заняли, ноль, ну, аккуратно так принимают улицу, ждут аркады, проверяют все, проверяют поджим, простреливают поджим с Б. Ну и пока что халдят у попсов и команды не получается сейчас пройти дальше. Ну вот, в принципе, крафтик занял позицию на приемнике, но здесь 25 хп, тут он... Лишь бы свои не попали, он быстренько уходит оттуда, и сейчас АИМ-Тим начнут выползать на позиции и уже пытаться атаковать. Тафа, ты смотрел видео «Человек-молекула»? Это баян жесткий, конечно. Когда будет играть Нави, вот вопрос, конечно, как без него. Нави будут скоро играть. Тафа, привет. Привет всем. Итак, смотрим за АИМ-Тим. А кто у нас тут заходил? Дайте IP-HLTV посмотреть, плиз. Лол, IP-HLTV находится на Киберарена ТВ в турнирах. Непосредственно в инфе к этому матчу. Капа минусует красного крафтика в канале. Ну убить, да какой лол, убили. Филграунд сняли Джонту. Хаус должен сейчас распотрошить заход. Минус от попса, снимают попса. Так уже проблема у ДТС, 2 в 4. Минус кучер, один остается хаус, 4. Он... О, какой хедшот, еще двое. Ну давай два хедшота. Нет. АИМ-Тим на месте. Есть раунд за АИМ-Тим. И в принципе это 9-9, снова ничья, что с деньгами ДТС. Ой, прыгнула ХЛТВ. Это эко ДТС и АИМ-Тим открывают дверь. Ой, как рассыпаются по нулю. Филграунд принимает Б, дверь смотрится, будка смотрится. Улицу пока что отдали, но видимо будет куда-то быстро заходить. Либо решили вот так пока похолдить. Так, прошивают все, нет, уходит Калашников смотреть улицу по таймингу. Ну и вот мы теперь смотрим, как ДТС играют. 2 на Б, кучер будку, по-моему, сейчас зашел с диглом. И минус кучер, попс пошел поджимать. Минус, есть один кольт, кстати, у команды ДТС. Два кольта, это бай, друзья, я немного ошибся, это волевая закупка от ДТС, все красные, 26, 47, 100 есть хп, ну а АИМ-Тим пока что лучше, я думаю, и позиции сейчас, и состояние хелсов, флеш от Калашникова, минус 2 от АИМ-Тим, минус от хаоса, двери застряли в двери, ну что за фейл? Что за фейл? А где же хаос? Он дал два минуса и убежал в дверь. Я понял. Он с будки спрыгнул сюда, ставит хедшот. Еще хаос. Так, Калашников минус крафтик. И 1-1 Калашников против хаоса. И, ну вот, было больше хп у Калашникова. У него осталось 10 хп. И убивает он хаоса. И выходит вперед команда АИМ-Тим. Они берут 10 раунд. Ну а у ДТС сейчас будет эко, вот это да. И, в принципе, хорошая возможность АИМ-Тим выйти вперед и вот немножко оторваться. Став, когда ЛКИ? Скоро, вот я не всегда смотрю Мирку, друзья, поэтому не всегда я могу вам рассказывать все подробности ближайших чемпионатов и вообще, что происходит. Что за тупой вопрос, когда ЛКИ? Зайди на Киберарену и посмотри. Ну там будет скоро анонс, пока вот каждый день этот вопрос не стоит задавать.
Таффа, ты еще играешь как чисто play for fun? Вообще нет, но вот вчера пробовал поиграть, 2 часа настраивался, 1 час разыгрывался, там бегал, тупил по ДМу, и в итоге поиграли там полстороны, и все, и все порасходились. Был очень большой жесткий фейл. И после этого я отдал мышь хаосу, вот так вот. Но я думаю, еще как-нибудь пошпилю миксы, так что все будет нормально. Экраунд у ДТС на улице, а АМ-тим сейчас тоже очень аккуратно играют, они понимают, что там заруба такая серьезная, и нужно играть аккуратно, ДТС могут поджать. Таф, это за кого, за АМ-тим или ДТС? Я за интересную, красивую игру, привет, Скуби, и, в принципе, продолжаем смотреть. Так, Зиновьев, это же Попс. Опаснейший человек, АМ-тим уже выходит на Б, Попс и команда возвращаются на Аплент, и сейчас уже будут выбивать точку. Ну, хорошо зашли АМ-тим, они уже на позициях, и в принципе их вот трудно будет выкурить, там выбить и вообще что-то с ними сделать в такой ситуации. Хотя посмотрим, минус, о, вот пошел врыв, посмотрите, каналы, минус 2, минус 3, вот ой-ой-ой, АМ-тим, ну такие фейлеры, я отвечаю, вот. Как же так можно постоянно отдавать эко-раунды? Это просто вот мега-лол. Вот Попс его сейчас должен Калашников чекать. А, еще и Калашников натоптался. Ну, молодец, теперь его чекают. Ну, убей хоть кого-нибудь. Минус от Калашникова, молодец. За разные двери стали игроки АМ-тим. Все, Попс понимает, что уже он не успеет ничего сделать. Дефузов нет, и он должен уйти засейвить Калаш. Ну а АМ-тим Калашников, ну я не знаю что, он себя засейвит сейчас, чтобы не взорваться. Ну и уже третий раунд в атаке для АМ-тим, общий счет в матче 11-9 в пользу АМ-тим, ДТС и проигрывают. Ну и вот история с Денюком продолжается. История с Денюком и командой ДТС продолжается. Но я уверен, что, конечно, ДТС сейчас не играют там на максимум, не пыхтят там, не сидят там, играют for fun, немного расслабленно. Но команда сейчас проходит тренировки, но им нужно пройти квалификацию на Asus. Хотя вот такой for fun может закончиться очень большим таким фаном, потом будет невероятное приключение. А, ну никакого приключения не будет, эта игра, в принципе, вообще, наверное, по сути для ДТС ничего не решает. И, наверное, будет все равно, с кем играть в полуфинале. И, ну так, чисто для статистики могут откатать эту карту, потому что из группы они уже точно вышли. Бомба стоит, ДТС остаются вдвоем, это Джонта и Крафтик. Снова ломается раунд у команды ДТС, они уже будут, наверное, сейвить 2 кольта. И нет, Крафтик пошел воевать, Крафтик поднялся, нет, не пошел пока что в 9. Подстрелили ангар, дали минус, пытаются прошить план. Здесь 7 и 14 хп, на самом деле 2 красных. И уходит. Уходит Джонта сейвить. Крафтик прочекал еще одного. Там невозможно ли там кого-то подрезать, кого-то убить, выбить девайсы. И тоже уходит к Джонте сейвиться. И, друзья, вот еще один раунд для АМ-тим. Это четвертый, 12-10. Они выигрывают у команды 12-9 даже. Они выигрывают у команды ДТС. И им нужно 4 раунда до победы в этом матче. Ну что, Кондрашов может... может порадоваться. Так. Тав, куда делась демка с АМ-тим? Ну, там не демка, там было видео, но что-то там оно не записалось. Вот наша последняя трансляция, к сожалению, был сбой. И вот там пару матчей мы не выложили на Киберарена ТВ. Ну... ничего страшного. Вот будет еще одна демка с АМ-тим, тоже неплохая. Кондрашов снимает Крафтика. Ой, какой фейл. Все равно размен идет атака у АМ-тим. Вот все-таки иногда лишние минуса проходят. А что же ДТС вообще? Вот нужно им пора, по-моему, собираться. Потому что вот у АМ-тим на самом деле там персонажи нормально стреляющие такие, плотно попадающие. Поэтому с ними тоже нужно быть аккуратными. Так, флеш, минус от капа. Снимает он хаос. Рамп. Ой-ой-ой, как Джонти не повезло. 2 хп, 10 хп и 63 у атаки. У Кучера 34, и он сейвит. Там вся красная команда АМ-тим. Вот в таком стиле вчера вот проходил матч с командой Парашют, который проиграли, конечно, с большим пингом ДТС. Но там вот тоже на трене вот таких вот куча историй, тусовок происходило. А, Таф, мне говорят, Тёмка, а не Демка. Все проорала. Вот Мирка вся с меня. Так, а что мне там спрашивали? Сейчас я вам скажу. А, куда делся Тёмка из АМ-тим? Ёп, лол. Ну, куда делся Тёмка из АМ-тим, я не знаю вообще. И, честно, я не слишком знаком я с Тёмкой. Поэтому все нормально. Таф, где штаб-квартира Нави? На Левобережке, где-то вот возле комода, по-моему, где-то там, вот в той стороне Сиклаба. Где-то там, в том районе.
так, школота уже начинает подбираться к базе Нави. Ну, не обязательно школота. Но просто про базу Нави, не знаю, мне уже раз человек 50 спрашивало за последнюю неделю, и поэтому я уже подумал, что там какой-то план захвата базы Нави вот параллельно готовится в интернете. Поэтому я особо не палю, где же находится эта база. В гости зайти. Мне 16. Ну, нормально. Я отец, мне 16. Пауза в матче. Друзья, продолжается пауза в матче. Ну, вот не знаю. Счет-то уже довольно интересный. И игра интересная получается. 13 раундов у AIM Team. ДТС не могут вообще пока что собрать раму. Ну, не знаю. Может быть, AIM Team врубили читы. И у них там теперь все нормально. Видят сквозь стены. Стреляют только в голову. Ну, шутка, конечно. Нормальные персонажи AIM Team. И на лане постоянно их вот видели. Видели их на лане. Ну, сейчас давайте посмотрим. Сейчас мы узнаем, кто здесь папка и вообще смогут ли ДТС собраться вот после такого матча. А, точнее, не собраться, а в этой игре собраться. Вот нужна ли им победа, либо им вообще пофиг на этот матч. Они там сейчас сидят и обсуждают неудачные раунды, что у них не получилось. Так, Поп жмет улицу, AIM Team готовы выходить. Б, пошел выход у Джонта на будке. Прыжок. ХЛТВ Поп сдал спину. Минус один, но уже все, всех поубивали. Шестой и 14 раунд для AIM Team. Два раунда до победы и ДТС. И пока что... ну вот уже, наверное, такой момент, когда уже все, все или ничего, и когда нужно собраться и вот перестать играть не очень хорошо. Сейчас посмотрим за ДТС. Ой-ой-ой, Крафик на Б дает минус, его снова пытаются запушить, Крафик минус 2, ох, Поп скалпанул, Попса сняли, флеш скалпы, минус от Кучера, это Кучер пришел на помощь, ха, пишет опять про, Джонта, ой-ой-ой, какой жесткий Крафтик, еще один минус, ну и 10 раунд для ДТС, 14-10, игра продолжается, ДТС проигрывает и пока что заруба, Таф, когда скайп-шоу, ну вот, друзья, я пока что думаю, как бы, сделать скайп-шоу немного интереснее, потому что, понятно, ну, интересно и весело общаться по скайпу с неизвестными людьми, но хотелось добавить бы каких-то интересных фишек вот к скайп-шоу. И, ну, я еще думаю, может быть, будем приглашать гостей, вот каких-то именитых игроков там на час на скайп-шоу. Может быть, еще добавим каких-нибудь интересных там дуэлек один на один и каких-то приколов, там, может быть, призов это скайп-шоу добавим. Ну, я думаю, друзья, я думаю, чтобы сделать его намного интереснее, чтобы это было действительно веселый разрыв, а не что попало. О, какая хаешка прилетела сейчас. Нормальная хаешка прилетела к Крафтику. И AIM Team в большинстве, они очень аккуратно играют вот здесь на нуле, постоянно там прошивают все, что можно. У Капу 5 хп, наверное, Крафтик его так... попрошивал, хотя еще надо посмотреть, кто там это был, это уже в демке разберемся. Подсад на скалу, сейчас Калашников прочекает все и посмотрите. А AIM Team тут вполне нормально вообще рубают. Подходит к двери, готовит аркаду, сейчас будет выход. Джонта 8 хп как раз прошивает, и тут двое Б. Раскидывают Б сейчас, раскидывают Попса, он жмет приемник, Кучер на будке, вот сейчас будет решать. Минус, минус 2, ДТС минус 2 от AIM Team, Попс на Б идет в канал. Какой хедшот от Капу, как получил Джонта? Тут у Капу было 2 хп, у Джонты 8. И они встретились на нолей, но Капа был, точнее, Поп с каналов, минус Капа 2 хп, все, ждут Попса уже с этих двух каналов, даун флэш, ну и вряд ли что-то он сможет сделать, конечно же, на него уже наведены два прицела. 15-й раунд для AIM Team, у них уже ничья, ДТС продолжают веселить нас на карте Денюк, и, по-моему, они сейчас выйдут со второго места из группы, если один-единственный раунд возьмет команда AIM Team. Так, Дигл... Усп, Кольт, два кольта, два дигла есть у команды, может быть даже три кольта у команды ДТС, потому что я вижу на РСП только два юспа валяется. Ну и смотрим, двое в девятку, двое Б, Джонта на улице. И снова аккуратно играют AIM Team, продолжают играть свой дефолт. Смотрите, здесь уже делают подсадку, чтобы к ним не забежали. Ждут врыва. Что еще по ним такого исполнят интересного в этом матче? Так, Кондрашов тоже смотрит поджим небольшой, так, ну, не очень удачно, но тем не менее смотрит. Капу смотрит улица, а Кондрашов еще плент успевает прошивать. Там хаос как раз стоит подальше от ящика, видите, он не стоит вплотную, не прячется. Он
Но эта позиция опасна тем, что если начинается раскидка, то тут надо будет уже полуслепым забегать за ящик, прятаться, уворачиваться, отфлешиваться. Ну, такая позиция для проигрока. Посмотрите, поджимс Б, как тут не попадает Кондрашов. Калашников дает минус. Кондрашов прошил просто всю стенку. Калашников пытается сделать минус. Да, минус 3. Кондрашов еще кому-то дал по голове. Хаус, будки, филграунд, попс пишет ГГ. Ну, не знаю, еще хаус прошивает спину, заход, 2 на 2. 2 на 2, капу, Джонта здесь как раз на рампах. Может и нет, скорее всего нет, пишет про, ну, точнее, не пишет про, я так думаю. Рано написал попс ГГ, и тут профейлили поспешное решение, пишет. Профейлили снова АМ-тим. Вот полетели. Ну куда нам было лететь? Ну все нормально, дали минуса. Халдим ждем, все идеально. Но вот команда сорвалась, потеряла позиции. Вылетел хаос, дал минус 2 с будки. Причем один минус прошивом и не ГГ. Вот вопрос, что такое скайп-шоу? Ну можно найти на киберарене, там первый тестовый вариант. Так, Школота хочет забрать кубки и чеки у Нави, но кубки и чеки Нави стоят на киберарене, поэтому базу Нави вам искать не надо для этого. Тафа, а что такое фейл? Вот это вот самый замечательный вопрос сегодняшнего дня, и он заслуживает на приз, вот на полбутылки недопитого швепса от меня. Ну, в смысле напитка такого от Кока-Колы, который обычно применяют с джином. Так, крафтик минус на Б. Эко-раунд, что? Эко-раунд в АМ-тим. Какой фейл? Так, прыгают ХЛТВ. Ну что, надо не АИМ-тим, а фейл-тим делать название, и все нормально тогда. И не переживать, все будет замечательно. После этой смены названия команда будет просто в топе. Так, 7-5 во второй половине. Для команды ДТС на самом-то деле, в принципе, для команды ДТС все неплохо. Ну как, сравнительно неплохо, но они вытащили свое поражение, отыгрывают матчпоинт, и здесь еще играть, в принципе, 3 раунда, и надо взять один из 3 АМ-тим, но у ДТС уже есть 12 раундов, 15-12 пользу АМ-тим. Снова дефолт, аккуратно разыгрывают АМ-тим, я уже понял, что у них за дефолт, они просто держат респ терровский, ждут поджимов, ждут гранат, не отдают хп, прошивают крышу, а потом начинают заходить, тут все очень просто. Тафа, нет, нет фейл-тим, а зажим-тим. Ну, может быть, не знаю. Ну, не знаю, но какой зажим-тим? Фейл-тим, оно звучит просто легендарно и как-то эпично и страшно. Да, это фейл-тим, не знаешь, от чего от них ждать вообще. Как можно играть против команды фейл-тим? Ты сразу вообще по дефолту проиграл. Ну, в принципе, вот продолжаются перестрелки через стены на Денюке, небольшой размен, попс дал минус и сняли его, он там вышел на размен. Смотрим хп, пока все нормально у АМ-тим, нормально все у ДТС. И Кондрашов подбирается к Б, и как он не попадает в Тараса Крафтика? Ну, вообще попадает, но слабо. 16 хп, минус, вот все-таки не зря Кондрашов там покоцал Крафтика, а Крафтик вот почему-то... Я решил прочекать, что же там на единице и получил. Дальше, капу идет на Б, ой-ой-ой, двое Б. Флэш-будку уже на всякий случай, чтобы хаос сзади там не зачервил. А хаос уже в канале. Он уже помогает Джонте. Кучер может выйти. О, Джонта! А тут хаос, его не ждут. Хаос снова сейчас может устроить крутую тусовку. Да, смотрите, минус 2. Просто в ряд стали, получили сразу же оба по голове. Ну и вот уже... Ух, 13 раундов у ДТС. Интересно. 2 раунда остается, 15-13 используя АМ-тим. Вытащат-то или нет? Ну, опять же, даже если вытащат ДТС, то АМ-тим все равно выйдут с первого места, так как у них лучшая разница раундов. То есть АМ-тим уже выше ДТС, Чатрикс, они уже на первом месте в группе. Но ровным счетом, в принципе, это, наверное, ничего не дает. Это даст им то, что они выйдут в финал, и снова в финале сыграют ДТС, только уже матч БО3. Ну, вообще, если будут играть в финал, потому что вы понимаете, что у нас... Две квоты у нас разыгрываются сегодня, и уже команды-финалисты будут иметь, ну, как минимум, квоту на финал. Но там еще есть разница, оплачиваемая или нет, но интересно, ДТС будут играть или нет с командой АМ-тим, тоже хочется на это посмотреть. Итак, смотрим. О, там аркада Б, по-моему, один игрок. Нет, он очень близко занял под Б. Это Калашников, сейчас будет вылетать на Тараса, хочет резко вылететь и убить Крафтика. Дым от Крафтика, флэш, тут попс и Крафт. Ой-ой-ой-ой, там хелпа пошла, хаос остается на, в утке, кучер вылетел, дал минус, ушел, какая шара.
Как же провтыкали Кучера-то, а? И снова на Б под флэш, чуть не убили Калашникова. Ну, проблемы у АМТ очень плотные начинаются. Все-таки, по-моему, они эту игру вот чисто не выиграют. Они сыграют ничью, и потому что вот ДТСы просто собрались. Собрались и начали тащить. Вот как только наступил этот момент, да, когда уже все подступило, и уже отдавать раунды некуда, и уже все, нужно тащить, все, команда начала тащить, конечно. Ну и почему-то вот АМТ как-то они вот тоже не по опытности, наверное, своей никак не могут один-единственный раунд дожать. Вот у них была хорошая... Был хороший момент, но не получилось. А, у нас уже 15-14, у нас уже ничья. Что так прыгнуло ХЛТВ? Уже 8-7 пользу ДТС. Либо счетом был какой-то сбой, либо... Я даже не знаю, что за ХЛТВ такое было. ГГ, друзья, ничья 15-15, неважно. Надо еще узнать сейчас. Узнаю у Тёмы, что у нас так часто прыгает... Ну, это сервер наш ХЛТВ, не знаю чьи, но вот наш ХЛТВ, узнаю, почему они так часто пропрыгивают. Потому что не очень приятно за такими моментами смотреть.